Здравствуйте, друзья! Весь день в республике проходили репетиции к вечернему концерту, посвященному Великой Отечественной войне. А в перерывах между репетициями мы успели немного поиграть в футбол и пионербол. Результаты игр. Футбол. АБР Монтана 2. 3-2. Энская Монтана. Со счетом 1-3. Пионербол. Гасконь 1. Зимполяна. Со счетом 2-1. Радужная 2. АБР 2. Со счетом 2-1. После ужина прошел концерт в клубе, на котором мы пели песни военных лет. «Катюша», «У солдата выходной» и многие другие прозвучали на музыкальном вечере. Получилось очень душевно и трогательно. А в завершении концерта все провинции отправились, укутавшись в пледы, на костровую площадку, где нас уже ждал пионерский костер. Рядом с ним мы спели песню «День Победы» и «Смуглянка» и побежали по корпусам. Вот такой душевный и теплый день мы прожили. Спокойной ночи, родители. Пока.